зовут... Ну, двойной фамилией. И она сказала... И тебе не интересно, что она мне сказала, а? Мирида. Ой, нет. Она сказала дословно. Драулия вышла. Какой ужас. А еще она сказала. Драулия вернется. Все вещи здесь, все видят до единой. Я знаю, что ты мне изменяешь. Я делаю это ежедневно. Раздеваюсь догола в своем кабинете. И иду через весь Смольный тебе изменять. Я чертовски устала. Ах, Мирида, Мирида. Я думал найти к тебе соратницу. Именно сейчас, когда жизнь стала так невыносима. Ты видишь, как они отклонились от ленинских норм. Сил терпеть нет. Действовать надо, Мирида, срочно. Надо что придумать. Точно, Мирида. Застрелю-ка я товарища Кадавского. Нет, Мирида, лучше... Медведя, Филиппа Демьяновича, ты даже пойми, Мирида, что без медведя они как без рук. Я обезглавлю эту банду, а сам войду в историю, а потом приду с Филябовым и Перовской. Я им восстановлю ленинские нормы жизни. Ты войдешь в историю. Кишка танка, ты никогда никого не застрелишь. Ты никогда никого не застрелишь. Я сказал, что я убью Ледока и Чудова вместе с Медведем. А что они превратили партию, сволочи? Да, с такими построишь коммунизм. С товарищем Кадавским, например. Товарища Кадавского тоже пришить бы надо. Мирда. Мир, кожа нежная, какая ты. Брось ты это, Николаев, ни к чему. Ни к чему? О, Балтийска, слова от тебя ласка не дождешься. Смотришь на меня родными глазами, я в тебе и кровь. Я, если Кадавского и убью, я же первый его, я плачу. Нет во мне равнодушия. Раздевайся. Это еще зачем? Сама знаешь. Нет, Николаев, я, кажется, гриппом заболеваю. Для чего мне тебя, Николаев, заражать? А мне не страшно. Ой, мне страшно. Я знаю, почему ты не хочешь. Очень хорошо знаю, Мильда. Так чего же ты тогда лезешь? Потому что ты моя, я могу делать с тобой все, что захочу. Ничтожество. Мирида! Плащи, низкоплечий, впалая рахитичная грудь! В детстве я болел рахитом до 11 лет, ползал по комнате. Было у нас в семье четверо. Я, Петр, Анна. А потом мать родила Екатерину, уже от другого пролетали. И это существо смеет ко мне прикасаться. И посмотри на меня! Посмотри на мою грудь, на мои бедра. Ты думаешь, это для тебя? Мирида! Так ползи к этой самой матери с Екатериной и Анной, чтобы я тебя, гнида, не видела. Я знаю, кто твой любовник. О, короткие, кривые ноги. Твой любовник Киров. Длинные руки болтаются, как плети, до колен достают. Я этими руками вас обоих достану. Сначала его, а потом тебя. Думаешь, я не знаю, откуда все эти... Спец, пойди!